На улице Комсомольской произошло ДТП. Автомобиль Subaru Forester въехал в крыльцо магазина разливных напитков. Информация об этом сразу разнеслась по социальным сетям. На место аварии приезжали сотрудники ГИБДД, однако оформлять происшествие не пришлось. ДТП произошло около 9 утра. Автомобиль двигался по улице Комсомольской со стороны Заречного микрорайона, когда выехал на тротуар, а потом протаранил крыльцо магазина. В устном разговоре инспектором ДПС водитель транспортного средства пояснил, что, осуществляя движение по автодороге, он увидел впереди него в попутном направлении двигались снегоуборочная техника, которую он пытался опередить. В результате чего, в избежание наезда на пешеходное ограждение, не справился, стал тормаживаться, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил выезд с проезжей части за ее пределы, где совершил наезд на препятствие. Виновник аварии и владелец магазина оформлять происшествие отказались. Вопрос возмещения ущерба решили самостоятельно.